Так. Всем, ребят, привет. С вами счастливые люди. Привет. Оделись тепло, у нас ветрюга страшнейшая. Холодно, вышли всем семейством поработать. Сегодня, напомню, 10 апреля. Солнышко светит в глаза, но ветер страшное дело. Кирюша одела тепло сегодня опять. Да, Кирюш, всем привет. Привет. Привет, пап. Пап, деловой. Шапки. Крутой. Ребят, короче говоря, решили, нужно переобуваться. Все уже давно переобулись, а мы еще ездим на зимней резине. Короче, за папой я съездила на зимней резине, была в шоке. Гремим, шумим. Ну, думаю, наверное, уже пора. Снега больше не выпадут. Да нет, просто не было, ребят, времени поменять колеса. Вот сейчас решили поменять колеса. И, к сожалению, ветер. Но вроде как папа погрозился, что будет мыть машину, потому что нужно помыть машину. Из зимы ее никто не мыл. А нет, даже с осени, да, пап? Зимой ее тоже никто ни раз не протер. Поэтому сейчас папина задача пока вроде как накачать колеса, установить их и помыть машину. Внутри, снаружи. Да, пап? Да. Кирюшенька, камушки не раскидывай, положи. Где у нас с тобой большие камушки? Куда мы складывали с тобой? Ну-ка вспомни, куда складывали. Не туда, нет. Так, вот эта куча травы так и не убралась. Сегодня мама всю ночь думала, где взять мешки. И придумала. Папа еще об этом не знает. Но думаю, что где-то я видела, у нас лежат из-под лука и картошки такие мешки с сеткой. Вот здесь, малыш, где дерево? На угол неси. А, пап, сеточные такие мешки есть? Сейчас в них попробуем запихать, а? И отнести туда. Сейчас посмотрю контейнеры, если пустые. Да, молодец, малыш, вот сюда. Умница. Всего знает Кирюша, да? Ну, как-то так, такие новости. Сейчас пойду до контейнеров дойдем. Пойдем, Кирюш, до контейнеров посмотрим, мусор вывозили, нет, с утра. И уже пойти надо папе мешки найти, чтобы все это дело запихать. А еще к соседям нужно сегодня сходить. Ой, ветер какой, не знаю, не будет слышно ничего. Короче говоря, мы пошли до контейнера. Кирюнь, привет, на машине, ручки. Привет. Ну давай, рассказывай, что произошло. Машина по бордюре? По бордюре. Что сделала машина по бордюре? По дому, всем дом. А, снесла дом. Так, дальше еще. Забор. И забор снесла? Соседский, что ли? Соседка. Соседский, так, еще что было? А пенопласт где летел? А? А пенопласт где летел? Где машина? Машина, тут упаду машина. Где машина? Бум об машину? Упал машина. Упал на машину, ничего себе. Максим, возьми перчатки, она. Папе, отнеси перчатки. Папа, не тапка. Папа, не тапка. Ну ты зачем бросил-то? Папа наклоняться придется теперь. Еще рассказывай, что случилось. Где, что увидел. Куда с папой ходил? А собаку видел? Куда? Собака что делала? Как ты ее ругал? Кус-кус. Ням-ням будет делать. Да? Ням-ням-ням. Собака думала, ням-ням будет делать. Она просто лаяла, да? А? Она просто лаяла, да? Ну ты не испугался? Нет. Нет? Нет. Ясно. А папа сегодня что с машиной делал? Колеса менял? Да. Ты помогал? Да. Колпак от колеса куда спрятал? Папе рассказал? Да. Или мама нашла? Мама. Мама нашла. Поменяли колеса, ребят, на летнюю резину. Машину будет мыть, когда Кирюш спать ляжет. Потому что Кирюш сейчас будет весь мокрый. Папа решил. Я полтора мешка набрала, теперь папа собирает свою долю полтора мешка.
Потом надо еще... Отойди оттуда, там, Кирилл, пыль летит. Потом надо еще будет найти такие мешки. Машина черная и грязная приснилась? Или ты нашу машину видел черную и грязную? Да, вы. А, наша машина черная и грязная. Понятно. А что тебе приснилось? То, что грязная машина тебе приснилась? Да. Ого. А ты ее мыл, что ли? Бил. А зачем машину-то бить? Просто так? Да. Дракон догонял на машине. А дракон-то был сегодня, нет, ночь? Прилетал к тебе? Прилетай. Что делал дракон? А что дракон делал? Спал. Спал дракон? Бай. Ты его разбудил? Разбудил. А он все равно спал? Все равно бай. Я бил машину. А, ты машину его бил, а он все равно спал, да? Это ручей. Ручей там был? Машина там. Здрасте. А? Ручей был? Машина забила. Гараж назад, гараж. Машина назад в гараж. Понятно, заехала. Забей машину, бей. Бум, да, так? Забей я. Сбила? Кого сбила машина? Машина. Гараж. Гараж сбила. Ой, ветер такой сильный. Куда машина? Куда? Туда? Потом пропада вам. Ясно. Пропада. Пропада. Не упади в цветок, клумбу мамину. Клумбу мамину не упади. Ну все, что ли? Все рассказал? Еще будешь? Как сегодня гонял. Как гонял кошку, вам спрашивают. Вот так, вот так. Бил. Бил прям? Бил там. Ты рассказочник, ты ее боялся, наверное, не бил. Конечно, визжал там, как прюша. Ты боялся, да? Боялся, да, сутся. Как хрюша боялся? Визжал, как хрюша, да? Ты хохотушка, что ли? Хохотушка. Машина куда-то погадаться. Тупокиться. Ты сказочник, что ли? Да. Или фантаст? Фантаст. Бух, кто так делает? Кто валяется? Машина. Кто валяется? Куда машина? Болтушка. Ребята, у нас... Отойди сюда, Кирилл. У нас брызгают антисептиком. Игрушку забери, Кирилла. Поливает. Вот как поливает. Видали? И все еще подметает. Я в шоке, ребят. ПХД. Фу, воняет чем-то, белизной какой-то или что-то. Какой-то белизной. Хлоркой пахнет. Белизной хлоркой пахнет. Ага, мигает. А, глаза защипило. Ни у кого больше не щипит глаза, что? Нет. Ну, даете. Вот так. Дезинфекция. Обалдеть. Я прям в шоке. Запах не берет. Запах, конечно, что наш папу пробрало, а маме глаза щипят. До папы только дошло. Ну хорошо, еще бы в обратную сторону пробежался, да, папа? А то что-то наш край плохо зацепило. Ты с папой пойдешь мусор выкидывать? Папа. Кирилл, без машины. Папа, пойдешь мусор выкидывать? Ну, сколько событий сегодня происходит? Без машины? Папа, жди. Давай, иди скорее, папа. Скорее. Нет машины. Скорее, папа ждет.
Ну кто бы сомневался, что Кири по дезинфекционной и побежит дорожке по влажной. Косолапик ты мой. Побежал. Вообще с ног. С дороги. Везде, короче, с ног. Ну беги, беги за папой. Три мешка только набрали, три пока мешка нашла. Тут еще мешков 6, наверное, будет, если не больше. Что-то никого нет. Мы тут соседи еще не приехали, не убирались, но у нас больше всех травы. Не знаю. В этом году еще саженец хочу посадить вот просто камни. Упал. Подскользнулся. Все, ЧП? Насквозь весь мужу прям упал. Ну теперь все уже, пусть падает теперь, что? Насквозь, папа показал весь. Ну сейчас посмотрим, что там. Друганчик-то мой продезинфицировался. Ветер, ты могуч. Ты гоняешь стая туч. Эй, Кирюша, что-то там грязнулька мой. Всех дети чистюли, но у нас... Йоу! Скажи, как упал. Вставай, покажи, какая красота. Обалдеть. Я другую руку. Та чистая. А со штанами что? А с курткой что? А, с... Упал? Маленько упал? Какой ветер сильный. Ну что, пошлите во дворе, там кое-что посмотрим и пойдем домой раздеваться, кого-то стирать. Да. Ну все, ребят, до новых встреч, что ли? Сейчас я еще покажу, что я сделала там. Ну я смотрю, машину надо. Да машину не мыл, я с вами был, да? Вот мои цветочки расцвели. Кто знает название, ребят, цветочек, скажите, пожалуйста. Такие они маленькие, хорошенькие. Даже после того, как Кирилл их помучил и один, ой, цветок сорвал, они все еще красивые. Так, батарейка заканчивается. Надо скорее показать вам, что мы с Кириллом сделали. Кирюша, ну сейчас ты ручки так до конца испачкаешь. Надо было оставить перчатки. Так, немножко поколотили наш лед. Вот так вот. Все жду, как он, когда он у меня растает. Так, дальше, что мы во дворе сделали? Что мы сделали во дворе? Во дворе мы почистили вот эту территорию с Кириллом. Вот тут ведро мусора и два ведра листьев и веток. Вот такой пятачок, квадратный метр, грубо говоря. Ну и вот здесь немного тоже собрали, все подмели, да? Это вон там. Да, а и вот этот еще пятачок Кирюша показывает, убирали. Тут убрали. Здесь собрали только камни, которые у нас на грядке попались. Здесь тоже мы успели только пятачок камней собрать, и все. Все, вся наша работа. Ой, здесь батарейка заканчивается. Ну что, давайте прощаться, чтобы закончить видео. Немножко тут вот мусор еще. Обсох Кирюша. Сейчас его будем заносить домой. Папа прощается. Всем пока-пока. Всем говорим до свидания. Так, мы здесь веточки собрали. Ну и, в принципе, всем до свидания. Всем пока-пока. Кирюш, пока. Пока. Ты куда сейчас пойдешь? Кушать и спать? Да. Да. Ты молодец? Да. И папа кушать и спать. Папа мечтать папа, о спать. Мама пойдет спать. Ох, что-то мы зря с Кириллом, наверное, накидали. Мусор туда сжечь. Да нет, нормально. Ветер такой. Ветер. Ладно. Все, точно. Всем пока. Пока!